Вообще, мне, честно говоря, кажется, что психически нормальный человек меньше старается гордиться, а больше старается думать о своих проблемах и о своих недостатках. Причем, заметьте, о своих. Вот, гордиться за дядю, по-моему, это удел людей очень закомплексованных и исключительно глупых. Нормальный человек, если уж ему приспичило гордиться, то неплохо бы гордиться своими и только своими личными достижениями. Но если уж такая острая необходимость гордиться чем-то вне самого себя или по поводу себя совсем уж нечем гордиться, то тогда обращаются к государственной, национальной и так далее гордости. Но за последние 20 лет великих достижений в России действительно нет. И гордиться действительно в этом смысле абсолютно нечем. Но кто, собственно, ограничивает 20 годами? Можно гордиться Пушкиным, можно гордиться Куликовской битвой, можно гордиться захватом Сибири, можно гордиться размерами страны, можно гордиться размерами воровства, можно гордиться размерами Большого театра, можно гордиться тем, что Большой театр единственный, насколько я знаю, в мире, где режиссерам серную кислоту в лицо плещут. Много есть поводов гордиться. Это кто что считает основанием для гордости, понимаете? Вот у нас многие гордятся крупнейшим маньяком и серийным убийцей Сталином. Некоторые гордятся маньяком и серийным убийцей Чикатило. Кому что нравится.